Приветствую вас, друзья! С вами Людмила Мельник, и сегодня вы узнаете, как установить форму подписки по email от FitBurner. Вот как выглядит эта форма уже в отредактированном виде. И сейчас вы научитесь устанавливать на своем блоге точно такую же форму. Для этого нам нужно зайти на сервис Google FitBurnerGoogle.com. Вы попадаете на страничку ваших фидов. Если текст английским языком, вот в этой вкладке вы можете изменить на русский. Далее нажимаете на строку с вашим блогом. И нам нужна вкладка «Публикуй». Выбираем строку «Подписки по электронной почте». Управление подписки. Код формы подписки. Меняем язык на русский и копируем вот этот HTML-код. И на этом наша работа на FitBurner закончена. Мы идем на блог. В админке мы входим в внешний вид, виджеты и открываем в новой вкладочке наши виджеты. Выбираем элемент «Текст» и тянем его в «Sidebar». Поставим рядом с уже установленной формой. Вставляем HTML-код и сохраняем. Идем на блог и обновляемся. Вот так выглядит эта форма изначально. И сейчас мы займемся ее редактированием. Итак, вот код формы подписки, который мы взяли на FitBurner. И разными цветами я выделила те моменты, которые нам необходимо изменить. Первый, выделенный желтым цветом. Введите ваш email. Вот мы берем русский вариант, копируем, выделяем в коде Enter your email address, нажимаем Delete и вставляем Ctrl-V, русский вариант. То же самое мы делаем с Subscribe, подписаться. Выделяем подписаться, Ctrl-C, копируем, выделяем Subscribe, Delete. И Ctrl-V вставляем подписаться. То, что у нас выделено розовым цветом, мы просто нажимаем Delete. Это вот эта надпись, которая нам абсолютно не нужна. Теперь копируем то, что мы изменили. Идем в виджеты, вставляем измененный вариант. Ctrl-V, сохраняем. Переходим на блог и нажимаем «Обновиться». Вот так изменилась форма подписки. То есть тексты у нас уже на русском языке, и осталось внести еще очень небольшие изменения. Нам нужно убрать рамочку, потому что изначально в теме заложена эта функция, и рамочка есть. Нам не нужен двойной вариант. Нам нужно сделать более четким «Введите ваш email». Для этого нужно изменить шрифт, расширить форму подписки на всю ширину, вернее, окно для ввода электронного адреса. Приступим. Вот следующий блок для изменения. Чтобы убрать границу, рамочку, у нас есть команда «Border». И стоит один пиксель. Если мы изменим на 0, то рамочка исчезнет. Далее, введите ваш email. По умолчанию стоит тег P. Мы должны изменить его, допустим, H6. Это заголовок, это уже более четко. Просто выделяем P
Ctrl-V, вставляем H6. То же самое здесь. Закрытие тега Ctrl-V. Вот так. Чтобы изменить ширину окна для ввода электронного адреса, по умолчанию здесь стоит 140, этого мало. Ширина моего сайдбара 230, я поставлю 220. Если вы не знаете ширину вашего сайдбара, вы можете сделать это опытным путем. Ничего страшного. Копируем то, что мы изменили. Ctrl-C. Идем в виджеты. Ctrl-V вставляем и пишем заголовок. Подпишитесь на обновление. Сохранить. Идем на блок и обновляемся. Все. У нас есть заголовок. У нас четко видно, введите ваш имейл. Окно для электронного адреса посередине. Смотрится гармонично. Все, что нужно, мы сделали. И еще один момент, на котором я хочу остановиться. Вы можете вставить такую форму подписки в каждой статье. Это очень удобно и повышает количество подписчиков на вашем блоге. Потому что человеку не нужно искать ни кнопку RSS подписки, ни эту форму. Она будет просто в конце каждой статьи. Делается все это очень просто. Вы копируете код из виджета, окончательный вариант. Идете в свою статью. Допустим, сделаем новый. Добавим новую, да? Вот так. Назовем ее, скажем, код. Пишем статью. И в конце статьи, в текстовом, не визуальном, а в текстовом редакторе. Вот такая должна быть шапка. Вставляем этот HTML-код. Если мы перейдем в визуальный, то вы увидите, что вот как это выглядит. И вы можете просмотреть сразу же, как это будет выглядеть в статье. А выглядеть это будет вот так. Заголовок статьи, сама статья, и в конце статьи у вас будет вот такое окно. Можете изменить название. С вами была Людмила Мельник. До новых встреч! Понравилось видео? Нажмите лайк. И не забудьте подписаться на канал.